Шокирующие кадры из Японии, где из-за масштабных наводнений были эвакуированы более 150 тысяч человек, стали самым просматриваемым видео дня в Ютубе. На пригороды Токио обрушилась огромная волна воды после того, как реку Кинугава, река вышла из берегов. Поток воды был такой силы, что в некоторых районах плыли не только автомобили и деревья, но и целые дома, а люди спасались на крышах. Оттуда их забирали военные вертолеты. Наводнения и оползни были вызваны сильнейшими дождями, которые продолжались несколько дней. По данным метеорологов, за последние трое суток в регионе выпало около 700 миллиметров осадков. Это почти вдвое больше, чем обычно за весь сентябрь.